Жить надо так, будто ты уже умер. Это звучит жутко, но на самом деле это правда. Большинство людей, они творят зло, гадости всякие, вообще непотребствами занимаются. И вот хлоп лежит уже при смерти человек, он все кристально четко понимает, что все было зря, все было неправильно, сколько зла сделано, что вообще жизнь прожита черти как через задницу. И вот ему уже умирать, он хотел бы остановить время, отмотать назад, исправить, а уже ничего не сделать, все. И если бы человек жил и жил так, как вот и соображал так, как он соображает, когда с ним происходит там болезнь какая-нибудь страшная, вот он при смерти в больнице, то жили бы мы совершенно иначе. Смотришь сейчас вот на некоторых, не буду фамилию называть, людей известные там, миллиардеры, супермиллиардеры. Вот человек раком переболел, хотя на самом деле его траванули просто. Вот, лысенький, плачет на скамеечке сидит, так вот все, да, печально, грустно, такой хороший, готов всем помогать, все делать, но он прожил жизнь, как конченый какой-то говнюк вообще совершенно, понимаешь? И сколько таких? Сотни, тысячи. Вот они живут, как погремушки злобные, творят гадости всякие, выпендриваются и не задумываются совершенно, что наша жизнь — это мгновение, это какая-то тысячная доля секунды. Она проходит очень быстро. Очень быстро проходит, и она нам не для того, чтобы... Блядь.